Совершенно не соответствует времени само НАТО. Это иерархическая бюрократическая структура Ялтинско-Потсдамского мира, как и ООН. И если бы мировые элиты после распада Советского Союза и после краха биполярной системы, биполярно-аффективной, то есть маниакально-депрессивной системы Ялтинско-Потсдамского мира задумались и о причинах мировых изменений, и о перспективах дальнейших перемен, они бы поняли, что нужно ООН и НАТО распустить еще тогда, при Билли Клинтоне, создать что-то другое. Ну, в сфере безопасности, ты знаешь, мой любимый проект – это организация Авраамического единства, которая объединила бы христианские, исламские и страны и Израиль, как страны иудаизма. То есть три основные монотеистические религии, я делал христианские. И это, кстати, если бы это было сделано в 90-е годы, то не было бы ни 11 сентября 2001-го, ни военных авантюр в Афганистане и Ираке, которые во многом приуготовили нынешнюю войну в Европе. Но тогда, так сказать, поэтому еще раз подчеркну, что решение Джозефа Байдена уходить из Афганистана было абсолютно правильным. Оно просто было организационно решено очень плохо, а так организованно все было плохо. А политически это был абсолютно грамотный и неизбежный ход. Потому что вообще, так сказать, сейчас не на полях сражений все должно решаться, а в режиме мягкой силы, soft power. И, собственно, спецоперация Z поэтому и проваливается, поскольку ее важнейший смысловой итог – это демонстрация того, что так в современном мире уже не принято, так не решаются вопросы. И вопрос о том, сколько дивизий у Папы Римского, больше не стоит. Как ответил тогда Папа Римский заочно Иосифу Сталину: «Передайте брату моему Иосифу, что с моими дивизиями он встретится на небесах». Вот, так сказать, с дивизиями теперь надо встречаться разве что на небесах. Поэтому, естественно, НАТО, как иерархическая бюрократическая структура старых времен, она крайне инерционна. Поэтому я не ожидаю, что она изменит как-то свой формат и свои уставы ради того, чтобы ускорить победу Украины. Но здесь все зависит не столько от НАТО, сколько от США. И надо сказать, что США вообще являются крупнейшим выгодоприобретателем спецоперации Z. И в российских элитах, в определенных их частях, их частях, элитах, элит, нарастает мнение, что Путин вообще американский шпион. Неосознанный, конечно, а так получилось. Потому что это Джозеф Байден развел Владимира Путина на войну в Европе с тем, чтобы изолировать, маргинализировать, унизить Россию, а главное вырвать у нее военное жало, развенчать миф об этой армии и разгромить ее заодно. И хотя, конечно, я в эту конспирологию не верю, но по результату так оно и есть. Собственно, то, чего не мог добиться Дональд Трамп от европейских союзников по НАТО, увеличение не только европейцев, а вообще от союзников по НАТО, увеличение финансирования военных расходов до 2%. Да, сейчас все произойдет. Все, Джозеф Байден получит свои 2% благодаря Владимиру Владимировичу Путину. Как говорилось в известном анекдоте про новых русских 90-х годов, на эти 2%, как я расскажу этот анекдот целиком, поскольку, может быть, его все забыли. Слишком давно это было, как встречаются новые русские и его одноклассник математик, и, значит, новый русский спрашивает у математика: ну как живешь-то? Ну, живу в проголодь, говорит математик, все плохо, а ты как? Ты же двоечник был. Ну да, я двоечник и остался, в общем, троечник, но у меня очень простой бизнес. Я торгую сигаретами, покупаю по доллару пачку, по три продаю, на эти 2% я и живу. Вот, собственно, на эти 2% и будет жить блок НАТО в обозримой перспективе, пока не будет упразднен и не заменен той организацией, которую я предлагаю. Я слышала версии даже, что Путин китайский шпион, но это не важно. Я не знаю, каким шпионом он может быть, потому что я бы, например, в данной ситуации уже хэштег «жалкий» забрала у Медведева и передала Путину. Это потому что... кажется, встреча с матерями, так называемыми. Там вот хэштег «жалкий» напрашивается просто в полном объеме. Я хочу сказать про китайского шпиона. Да, есть и конспирологические теории о том, что китайские и турецкие спецслужбы организовали спецоперацию Z, потому что Китай и Турция в несколько раз нарастили поставки в Европу электрических одеял, обогревателей и теплой одежды. И ясно, что вся спецоперация затевалась именно для того, чтобы завалить Европу средствами борьбы с холодом китайского и турецкого производства. Но жалко, это вот как раз я хочу с тобой обсудить вот эту встречу с матерями. Но понимаешь, это уже настолько районный сельский театр, что, мне кажется, в современном мире такие вещи себе большие там политические деятели просто не могут позволить. Вот этот передвижной театр, который за ним следует везде, где бы он с кем ни встречался, со стюардессами или с матерями, или еще с кем-то. Да, Путин никогда не был большим политическим деятелем и политиком вообще. Политика ему неорганична, он ее ненавидит по-своему, как говорил Гитлер. Он говорил это в конце апреля уже 1945 года, незадолго до самоубийства в бункере. А Путину всегда она была противна, он не выносит публичности и вообще психологически некомфортных ситуаций.
Поэтому сейчас никак, кроме как в режиме вот этой постановки, он общаться не может. Но это даже не важно. Там, это было понятно и так, что никаких реальных там матерей мобилизованных и погибших на встрече не будет. И в этом смысле не было никаких ожиданий. А раз нет ожиданий, нет разочарований. Интересно просто, что же говорил Владимир Путин? Его базовая идея – это смерть. Вот если Зеленский апеллирует к жизни и говорит, что мы победим смерть, несмотря на голод и холод, то Путин фактически призывал смириться со смертью, как с неизбежностью. И он говорил, естественно, про себя, потому что вся его суицидальная линия во многом связана с невозможностью принять смерть для себя самого. Да, потому что он же такой великий, да, он самый богатый человек мира. В его распоряжении целая страна с ядерным оружием, а победить смерть он не может. Да, это как Толстовский Иван Ильич. Да? Меня не будет, так что же будет? И вот это один из важнейших импульсов, которые сподвигли его на суицидальное поведение со спецоперацией Z и всеми ее прямыми и непрямыми последствиями. И он говорил об этом и на встрече с матерями, дескать, ну, что если ваш сын погиб на войне, то это лучше, чем он бы спился. Ну, то есть надо умереть, да, Владимира Владимировича Путина, потому что другого пути, так сказать, у русского человека быть не должно. Мы разделяем эту боль. Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка, особенно для мамы. Это, и, так сказать, вообще он был весь как в воду опущен. Даже с этими подставными матерями он не мог выдавить из себя ничего человеческого. Ну и твоя любимая церковная тема. Обыски идут в Украине в московских приходах, в Черновцах. Вчера были обыски, ну, во-первых, в начале недели в Лавре, вот, а теперь в Черновцах, где у местного архимандрита вытащили из постели какого-то молодого мальчика, 17-летнего, не знаю, читал ты эту новость или нет, но это уже как бы, так сказать, в довес. Но, тем не менее, понятно одно. Судя по всему, московских приходов в Украине больше не будет. Так их давно уже нет. Я не знаю, как это будет технически решаться. Украинская православная церковь отделилась уже от московского патриархата полностью еще весной. Сказать, а сейчас отделилась окончательно, как объявив о том, что мироварение будет производиться в Украине. Поэтому УПЦ не имеет отношения больше, как ПЦМП. Поэтому я надеюсь, что все эти ситуации будут как-то регулированы мирно, потому что Украинская православная церковь появилась единственным правильным образом после начала не войны. И я надеюсь, что большого конфликта между ней и государством не будет. Хотя, естественно, в среде ОПЦ есть определенное пророссийское лобби, но, сказать, естественно, оно рассосется, как и все пророссийское в современной Украине, поскольку уже ни политических, ни общественных сил, которые выступают за Альянс России, после 24 февраля 2022 года в Украине быть не может. Я, кстати, хочу вернуться к теме встречи Владимира Путина с матерями, потому что фактически Путин говорил о том, что жизненное задание русского человека – это умереть за него Путина. И при этом, и совмещая тему церковную и Путина с матерями, что я хочу сказать, что ведь, конечно, в мире там сотни миллионов, если не миллиарды человек, молятся за то, что Путина поскорее не стало. Это, быть таким человеком, относительно которого так молятся, это тоже специальная роль, я ему в этом смысле не завидую. Но, впрочем, как говорил один наш с ним общий знакомый, наверное, Путин мне тоже не завидует. Я должен сделать такую оговорку. Поскольку я простой обыватель, он уже забыл, как это бывает. И вряд ли вспомнит до самой смерти. Но Путин не умрет, несмотря на молитвы, потому что пока. Потому что его жизненное задание не исчерпано. Человек же умирает в момент исчерпания жизненного задания. Вот, например, когда несколько месяцев назад там поскользнулся и упал в храме патриарх Кирилл Гундяев, представитель РПЦМП, мне позвонил один мой саркастический знакомый, который любит со мной ругаться на тему религии и атеизма, позиционируя себя как завзятого атеиста, во что я как раз, как он не верит в то, что я христианин, так я не верю в то, что он атеист. И начал мне говорить, а что ж, почему же Гундяев ничего себе не сломал? Я, так сказать, да. А Гундяев потому себе ничего не сломал, что еще рано. Жизненное задание Гундяева – это полностью дискредитировать РПЦМП и подвести план ее к ликвидации. Этим он и занимается, и поэтому не надо сейчас ничего ломать. Нужно дать человеку доработать. Реализовать свое жизненное задание. Так и у Путина. У него важнейшее жизненное задание. Полностью дискредитировать те ценности, которые он отстаивает. В первую очередь, ценности авторитаризма и милитаризма. Самые мрачные проявления русской истории. Вот когда он их окончательно дискредитирует, тогда все и закончится. Ну, мне кажется, что он же окончательно это дискредитировал. Пора уже из кармана кому-нибудь вынимать табакерку все-таки. Пора.
Обсужу с тобой еще одну историю, которую ты любишь обсуждать, как мне кажется. Знаменитый рэпер Канье Уэст подтвердил участие в выборах президента Америки в 2024 году. Это уже вторая его попытка, как известно. Как ты относишься вот к такому интересу деятелей шоу-бизнеса? Ну, мы же живем в эпохе Джокера, и почему Канье Уэста тоже не прийти в качестве политической фигуры? Но после этого он уже появился в имении Дональда Трампа Мар-а-Лаго и сказал, что согласен быть и вице-президентом в команде Дональда Трампа. Что, на мой взгляд, ухудшает шансы Дональда Трампа стать единым кандидатом республиканской партии на выборах 2024 года. А тем временем Илон Маск поддержал Рональда ДеСантиса, губернатора Флориды молодого, так сказать, и это, видимо, увеличивает шансы на то, что республиканскую партию на выборах 2024 года будет представлять тандем Рональда ДеСантиса и нынешнего губернатора Вирджинии Глена Янкина. В общем, посмотрим. То есть, видимо, Трамп, при всем к нему уважении, был и остается очень яркой фигурой, олицетворением определенных трендов. И чтобы, как бы потом не оценивали его современники и потомки, он сделал очень большое дело, выступив модератором и спонсором соглашения Авраама между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, поскольку это не просто примирение Израиля со своими многолетними врагами, но это, опять же, и прототип организации авраамического единства, которое так проповедует. Но, видимо, президентом США Трампа уже не быть.